Всем привет! Вы на канале Amaranth Sims. Меня зовут Настя, и сегодня мы делаем ремонт в доме от разработчиков. В этот раз я выбрала стартовый домик Тюдор. Ну, в стиле Тюдор. Они обычно такие паршивенькие, вечно все такие... Ну, там вообще практически нет мебели, все такое серое, однообразное. И я решила сделать тоже стартовый домик, но более улучшенную версию. И ситуация тут такая, что я сначала создала одного персонажа для переезда, но когда начала делать дом в процессе... Ну, то есть вы понимаете, да, что когда создаешь одного персонажа, там один бюджет. Когда создаешь двух персонажей, там другой бюджет. И, в общем, я создала сначала одного персонажа, поселила туда, чтобы лимитировать этот бюджет, чтобы хватило на стартовый домик. Но когда я начала делать дом, я просто потом уже поняла, что дом-то я делала для нескольких человек. Ну, то есть он не для одного явно. Поэтому я создала еще... другую, короче, семью, где два персонажа, и денег было на 4000 побольше. Поэтому там потом изменится бюджет, когда я начну ставить вещички из каталога «Веселимся», из дополнения «Веселимся вместе», там изменится бюджет на 4000. То есть он практически закончится, но потом там добавится 4000. Это не код, это именно я поменяла семью. То есть, если вы создаете семью из двух и более персонажей, вам этого дома, ну, хватит бюджета на этот дом. Вот. Ну, в общем, как-то так. Из новостей, опять же, я все бьюсь. Я стараюсь выпускать видео каждый день. Это уже вторая неделя пошла. В общем, я не знаю. Для меня это, конечно, тяжело. Но мне кажется, это для любого человека тяжело, с учетом того, что у меня есть другие дела и обязанности. И я не могу целыми сутками играть в Sims. Вот, ну мне очень нравится такой формат, ну постоянно я сама жду с нетерпением, когда выйдет новое видео, ну мне очень нравится такой формат, я пока буду его поддерживать, надеюсь, я не перегорю, но пока я очень воодушевлена, вот, очень много новых проектов, еще есть идейки, которые я еще не воплотила на канале, не знаю, когда их воплощу, но надеюсь, что скоро. Придумала еще один новый челлендж, но это не на выживание, это челлендж по строительству. Ну, такого, по крайней мере, я не видела ни у кого. Вот, мне просто само в голову пришло. Вот, надеюсь, что я сумею это воплотить, и скоро мы будем его смотреть с вами. Вот так вот. Ну, в общем, ладно, всем спасибо за внимание, пишите свои комментарии, как вам. Я до сих пор пока не могу понять, заходит такой формат или нет. Вот. Поэтому всем спасибо, всем пока!